Всем приветули, ребятули, дорогие друзья, с вами Алекс Джаггер, и сегодня мы снова с вами продолжаем проходить игру Сталкер Тень Чернобыля. В прошлой серии мы с вами остановились вот на этом ужасном прям моменте, там кучка этих каких-то, по-моему, вроде как военные там вроде какие-то ходят. Я не знаю, ну вроде как военные по голосам, вот слышно прям. Так, я опять сегодня... Да хорош так проседать-то, ё-моё. Я опять... Да тихо, сейчас приду. Пацаны, так, сейчас таймер запустил, отлично. Так, я сегодня опять в других наушниках, потому что, ну, опять же, повторюсь, мне те наушники большие, они давят мне на это место, и оно у меня уже просто, это же побаливает маленько. Я потом, когда это у меня все здесь пройдет, то я потом опять вернусь к ним. Так, ну, а сейчас пока что так, как-то так. Так. Давайте смотреть. Ух, ни хрена себе. Охренеть, сколько там этих военных. Они всех уже перестреляли. Ты посмотри. А я, блин, один остался. Чё за фигня? Помочь сталкерам отбиться от военных. Да зашибись, блин, помог. Они все подохли и оставили меня один на один с этими псами, блин. Какие же они, блин, слабые. Так. Да что так проседаешь-то так? Чё у меня по инвентарю? Так, у меня, блин, перевес 58. Ну охренеть, ну вот откуда он тут взялся? Так, надо бы попробовать... Почему у меня оружие не стоит? Надо с пистолета их повалить. Хотя это, мне кажется, будет сложно довольно-таки. Так, ранили. Тогда используем бинт. Они, блин, жесткие. А меня это не радует. Так, тогда... Нет, я не труп, я, блин, живой. Это ты труп. Так, вроде как я в него попал. Он что-то там сказал, блин, непонятное. Вроде на то, что... Типа, меня ранили. Или что-то типа того. Ну вот, я слышу, он орёт, значит, я его раню, судя по всему. Так. Чё ты там сказал? Он что там? А нет, он живой. Я думал, он от кровотечения помер. Блин, кажется, ты уже сдохнешь-то, а? Да ты достал, ты сдохнешь, нет? Ой, блин. Зачесал что-то так. Блин, сейчас бы главное не отвлечься от всего. Иначе они меня сейчас так убьют. Сдохни. Ну сдохни уже ты. Мне даже что-то не получается завалить. Надо, блин, как-то подкрасться к нему и попробовать с дробыша ему в лоб прописать. Дробью. Чтобы он помер. И понял свою ошибку. Мне показывают их это, что... Что их там три человека. Я, блин, заговариваюсь из-за того, что, блин... Побаиваюсь их маленько, они меня ведь могут сейчас как пристрелить, блин, и вот я отвлекусь на что-нибудь такое, блин. И они меня пристрелят. Это нехорошо. Так. Три человека. Нет, я не ушел. Я здесь. Ни хрена себе, блин, они мне вот это вот как прописали. Надо подальше отойти, надо бы... Да перестань, блин! Хер ли ты мне все здоровье снес? Пес, блин. Извиняюсь за выражение. Ну, блин. Я чуть-чуть прям вышел, мне прострелил, блин, все здоровье снес, ублюдок. Так. Зашибись, блин, у меня аптечек не осталось. А, так подожди, едой-то тоже можно лечиться. Да, что это я, блин. Перепугался. Так, блин, что тут чешется. Надо за столб спрятаться. Так, я, блин, ничего не вижу, потому что темно, вон, смотрите на небо, блин, какие-то тучи кругом. Так. Зацепил, да-да-да. Ещё.
Ты сдохнешь, нет? Алло. Попал, ты посмотри, тварь какая. Ненавижу его. У них еще и фонари на лбу. Ну, у меня тоже, судя по всему, фонарь... Блин, зачем ты выбросил? Я хотел на фонарь нажать, вот. У меня фонарь на кнопку L. В общем-то, я выясню, почему он такой кривой. Оказывается, он просто на лбу так светит криво. Вот вы, блин, псы такие. Они, блин, за этой... За какой-то... Бетонной плитой прячутся. И оттуда меня хреначут. Офигеть совсем. Тут ты задрал меня, блин, слушай, пес. Так. Колбасы жахну. И это жахну. Надо все равно от веса как-то избавляться. Слышь, ты, блин, сдохнешь, я в тебя, блин, куча обоин всадил, слышь? Пес, блин, такой. Не выноси мне мозг. Так, помер, что ли? Ну, вроде как, да. Хотя, может быть, и нет. Так, еще один. Сколько их там? Ты... Нет, их до сих пор 3 человека. Хотя, этот, блин, таргет, этот индикатор, он не всегда бывает прав. Блин, нет, он живой. Слышь, пацаны, вы меня задрали, реально. Я сейчас возьму дробыш и вам как в лоб захреначу. Вы, блин... Какие, блин, живучие. Чё-то я, блин, эту мышку уже, блин... Столько раз, блин, нажал, блин. Вот сколько тебя можно уже убивать? Я, блин, тебе хедшот хочу прописать. Слышь, ты, тварь такая. Давай. Да сдохни ты уже, ну сколько можно, блин, серьезно. Собака, блин, живучая. Бесишь ты меня. Еще, блин, сквозь эту хрень стреляет. Совсем, блин, обалдел. Так, кровотечение, плохо. А у меня сколько еще бинтов? Так, бинтов у меня дофига. Блин, еще какая-то гроза началась. Надеюсь, меня-то не жахнет. Да, я, блин, в него в обойму целую попал, а он, блин, не сдох. Скотина такая. Ну вот как так, серьезно, как так он, как он выжил после такой стрельбы? Ну, давай. Вот, блин, пока я перезаряжаюсь, вылазит тот пес. Блин, тут... Что там, уничтожь военных, блин, было написано только что сейчас. Блин, у меня уже подмышка опять сильно вспотела. Да что ж такое-то, блин, что за напряжение такое сильное, большое. У меня из-за этой хрени сейчас все тормознуло прям. А что, они все подохли, что ли? Нет, там 2 человека. Ну я сейчас только что одного убил, у меня уже все, сразу считается все кончено. Так, что по карте? Так, нет... Я сейчас не буду на нее отвлекаться. Тут опять, блин, вообще, по-моему, какой-то дождь идет. Из-за него у меня все проседает. Там, кстати, артефакты есть. Так, ну ладно, одного я завалил, а еще двое остались. Только вот где они? Хрен узнает так. Давайте-ка попробуем. Нет, надо с автомата как-то попытаться завалить их. Получить информацию от крота. Да подождите своим кротом, мне нужно. Так, подожди, оружие. Разрядить. Так, выбросить. Так, да блин, возьми свой автомат этот. Они только такие, блин. Такие жесткие псы, их нужно тут с автомата валить. Да что ты так проседаешь-то? Так. А можно...
Нет, нельзя. Плохо. Подожди, нет, я уж другой автомат возьму, вот этот. В нем побольше патронов. Так, ну он там где-то сидит один. Я по карте вижу красным. Вот где он там? А, он мертвый, понятно. Надо его ножом зачикать. Так, ну да, осторожнее ходить, а то тут мало ли их. Еще один где-то там ходит. А, так он тоже мертвый, ну да ладно, три человека. Три человека, это один имеется в виду вон, нейтрал, который желтый. Так, ты. Так, ты. Обыскиваем. Блин, надо от перегруза вообще избавиться, надо кому-то что-то ничего-нибудь продать вообще. Так. Разрядить. Разрядить. Выбросить. Так. Что у тебя там? Аптечка, ну отлично, хотя бы хоть что-то. Так, 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 так. Так, таймер идет, идет, отлично. Блин, уже 10 минут потратил на этих сраных вот этих вот псов. На, вот получи ты, тварь такая, блин. Ненавижу тебя, серьезно, блин. Жесткие какие вы все такие псы. Так, ну ладно. Наплевать на них. Так, как отсюда выйти-то? На escape? Почему на escape? Вроде как на какую-то еще кнопку можно было выходить. Так, а я у тебя все, да-да-да. У тебя больше ничего нету, никакого оружия, ни хрена. Так, гранатка. Блин, блин, почему? Я, блин, забыл. У меня же есть гранаты. Надо было их гранатами закидать. Так. Какое бы оружие нам взять? Я бы лучше возьму вот это, потому что оно пожестче. Так, у тебя еще какой-то. Так, вы слишком перегружены. Да. Сейчас я избавлюсь от этой херни. Так. Тебя. Нету ничего. Надо всех обыскать. По-быстрому. Так, 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 так. Так, у тебя ничего нету. Так. Так, нифига себе, это чё, блин, за оружие такое? Калаш, что ли, какой-то? Какие к нему патроны? А, такие же, понятно. Чё это за оружие-то? АКМ-74, а это какое, по-вашему? АКМ-74-2У. Не, ну это чё-то новенькое, так, ладно, разрядить, выбросить. Да хорош так проседать, блин, это всё, блин, с дождя. Так, 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 ладно, ладно. Так, там у меня, блин, посторонние звуки, потому что окно-то открыто, а то мне жарко просто так. Ну да, вон, не офигеть, у них вон какие-то калаши уже появились. Нет, это какой, блин, нафиг АКМ? Это, блин, калаш какой-то. Похож прям. Калаши как раз-таки появились после Второй мировой сразу. А насколько... Да, блин, хватит проседать-то уже. Так, 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 так. Вот, блин, подряд уже бесит это проседание во всех играх. Так, ладно, наплевать на него. Не обращаем внимания на это проседание. Все равно же, я как это повторюсь опять же таки в очередной раз, что я буду, когда это рендеринг смонтировать, все будет на 30-ку. А может даже и на 60, там, может на 60. Так, я тебя обыскивал. Да, обыскивал и тебя тоже. Так, у тебя есть да, оружие, возьми. Так, отлично. Выбросить. Нет патронов, ни хрена. Там где-то еще. А, вот он. Так, а это вообще. Гад, блин. Сам ты гад. Я тебе сейчас как захреначу вот, вот так вот прям тебе по башке. Будешь знать, как меня так обзывать. Собака такая. Так, ладно. Наплевать на него. Так. Охренеть, вот такая жесткая перестрелка, блин, столько всего. Так, ужасную. Так, ладно, выбросить. Один нужно оставлять заряженным. Так. А это одно и то же оружие. Да, блин, да что ж такое-то? В ухе что-то, блин, зачесалось. Так, патрончики. Я скоро, блин, буду перегружен. Меня это уже не устраивает. Сколько у меня? 59 из 4. Офигеть, что так много-то? Серьезно. Чё, блин, я подобрал такого, что столько много весит? Вот, костюм бы мне нафиг не сдался, выкинь его в задницу. Так, ладно, нормально. Так, водки вот у меня еще дофига, я ее тоже не использую. Ее надо вообще выбрасывать. Чё такое? Кто? Где? Кто где просит помощи?
Я кого-то, блин, слушаю. Так. На помощь, да сейчас приду, не волнуйся, чувак. Так, так, о! Так, ничего нету, вот, блин, какая подлость, блин. Закон подлости такой. Вот вроде бы как нашел ящик, пытаешься его открыть. Вот, открываешь его, а там нифига нет. Подлость такая. Так, тебя я... Да зачем ты мне этот калаш-то подобрал? Выкинь его нафиг. Блин, еще и проседает так. Если темноты, блин... Когда уже утро наконец-таки наступит? Так, и тебя я обыскивал. Так, да их тут вообще до хрена было, если честно. Четыре человека мне показывают. А кто? Четыре человека, так. Да ща... Сейчас я приду, чувак, не волнуйся. Так, выбросить. Так, это мой пистолет, он мне еще пригодится. Он мне спас жизнь хотя бы от одного военного. Я хоть одного пристрелил. Так, тебя. Автомат. Выбросить. Почему они все разряжены, я не понимаю. Так, патрончики. Так, у тебя что? Ага. Так, да подожди, чувак, сейчас я помогу тебе. Где ты? Где вообще этот нейтрал? А, ты что ли, блин, стонешь? Ё-моё. А я думаю, что за фигня, кто стонет? Так, чувак, ладно. Братуха, помоги сейчас, держи аптечку. Спасибо тебе большое. Да не за что, чувак, обращайся. Так, а ты вообще, чё там, о, здоров? Вадим Икар. Что можешь интересного сказать? Да я как-то и не в курсе последних событий. Больше ничего не знаю. Хорошо, до встречи. Кто-то еще, блин, стонет. А ты что с пистолетом? Где у тебя автомат? Огонь! По кому? Блин, тут еще и радиация. Я слышу этот треск небольшой. Ёшкин бабайкин. Я тебе ща как дам. Сам ты, блин, подонок. Так, я в него попал вроде как. А он что, моего-то убил? Да ты сдохнешь, нет. Почему ты такая живучая, блин, тварь? Подожди, перезарядочка. Так. Так, ой, кстати говоря, чё-чё-чё, я же этот, F1. Надо сохраняться, блин, а я, блин, забываю после этого. Спасти крота. Да подожди, блин, своим кротом. Мне нужно этого. Вон того придурка завалить, который там прячется. Или его завалили уже, нет? Вот где вот он? Ага, нет, это наш. Блин, чувак, помоги мне. Я тебе жизнь спас, ты должен мне помочь этого. Вон того пса застрелить. Он где-то там ходит. Или он все, он подох. Так, тут перезаряжается, получилась скотина. Так, он что, моего застрелил? Нет, он еще живой. Ну что ты там его убил, нет? Два человека осталось. На, отлично, он его убил. Красавчик. Молодец. Так, это вот этого он, наверное, убил, да? Так, подожди. Я возьму вот этот калаш. Надо его... Во-первых, разрядить, во-вторых, выбросить. Да и у меня, блин, перегруз еще этот. Как же он меня бесит. Так, 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 так. Ладно, не будем психовать. Все спокойно. Фух, так, ну вроде как светлеет, вроде как потихоньку наступает утро. Так, тебя я обыскивал. Блин, что-то у меня... Глаза уже, блин, болят от этого света. Ну это, блин, из-за того, что у меня вот эта вот лампа, которая меня подсвечивает, она слепит. Спасибо, друг. Выручил ты меня. Ага, это ты, да? Ногой на том свете уже стоял. Послушай, военные не оставляют дела недоделанными. Скоро здесь будет спецназ. Нужно уносить ноги и побыстрее. Спецназ? Блин, это плохо, чувак. Так, ну так вот, о чем это я? Я не закончил свою мысль. В общем-то, эта лампа, блин, мне светит это и слепит глаза. Ну, я с ней ничего не могу поделать, она меня подсвечивает. Если я ее выключу, то меня не будет видно на камере. Это довольно-таки плохо. Так, 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 пацаны, а мы вообще куда идем-то? Да хорош так проседать-то.
Так, надо бы... Блин, а... Пацаны, подождите меня. Они сказали, что какой-то спецназ будет. Вот это меня, если честно, не радует. Так, что это такое? Нифига себе. Так, кстати, F1. Сохранение. По-моему, где-то какой-то только что вертолет пролетел. Так. Так, что у нас тут? Тут тихо. Можем подождать, так. Пока Рин. Чё, блин, такое? Короче говоря, у меня случилась одна такая фигня. Игра просто взяла, вылетела. Ой, фу ты, блин, в смысле, игра-то не вылетела, у меня запись с этого, с экрана взяла, просто слетела. Но это все, блин, из-за этой вот, из-за этой сраной, блин, загрузки. Ну вот серьезно, вот какого, блин, хрен? Нельзя было предупредить, что здесь будет загрузка, и у меня может все слететь. Ну, обосраться просто так. Тут, кстати говоря, блин, не тянет у меня на 30-ку FPS, блин. Здесь у меня что-то на он прям, по-моему, прыгает, скачет. 27-28 он скачет. FPS прям скачет. Жестко. Так, надо после этого момента сохраниться. Так, F1. Че у меня там по инвентарю? 50-76, это хреново. Так, ну ладно, все нормально, мы продолжаем. Так, тихо. Таймер возобновил. И мы продолжаем. Так. Ух, ё-моё! Там какие-то псы сидят, я... Блин, это эти, как их, бандиты, но... Там один с дробышом. Мне как-то сыкотно идти к ним сейчас. Сдох, что ли? Блин, 7 человек, да ладно, вы чё, угораете? Как я, блин, с ним должен справиться? Так, минус один, ладно. Они там все шли с дробышами? Ты сейчас у меня получишь, ты ко мне не подходи, давай. Попали, да-да-да. Да ты охренел, что ли? Скотина такая, а. Так и пришлось, блин, перезагружаться и останавливать запись. Это меня, если честно, не устраивает. Тут падла, блин, какая, блин, убил меня. По-моему, это вообще первая смерть за всю игру. Вот где они там, ублюдки? Никого там собирайтесь обходить. Лови, скотина! Все из-за тебя, блин. Или не из-за тебя, из кого там, блин. Хедшот тебе вот пропишу как. Я тебе еще покажу, блин. Давай. Ну кто там еще? Выходим по одному. Они, блин, с дробышами, это все хардкорно, блин. Потому что... Вот дробыши, да, это не так-то плохо, блин, хренач с такого расстояния, блин. Тут, блин, узкое пространство. Да сдохни ты, блин, пес. Достал уже. Аптечка. Блин, а у меня нет аптечки, вы чё охреневаете надо мной? Быстрей. Хаваем еду. Так. Сколько ты что там? 4 человека. Не матерись. Живой, ты посмотри, блин, до сих пор живой. Вот падла, а какая. Выходи, тварь. Так. По одному выходим.
Блин, подожди, у меня идейка это появилась. Сейчас я попробую им тоже как так же вот. Сам ты такой, блин. Понял? Ну, выходим, выходим. Выходи, петушара. Петух, ты где? Выходи давай. Давай. Кондёха веселей. А, вон он. Так, ладно, дробовик. Я не буду его пока что брать. Возьму лучше калаш. Так, гадю. Господи, что там, блин, происходит? Что ты меня пугаешь, блин? Это что? Лампочка меня пугает. Так, ага. Сдох. Отлично. Патрончики. Так. Да зачем ты мне этот пистолет взял? Выкинь его нафиг. Хотя его можно разрядить. Так, два человека еще показывают мне. Так. Спокойно, F1. Надо почаще сохраняться. Офигеть, их тут народу, блин, было просто. Так. Че, блин, там все взрывается, я не понимаю. Мне, блин, теперь уже правая подмышка вспотела. До этого левая, блин, сейчас правая. Ой. Как же, блин, напряжно. У меня уже, я не могу, у меня уже рука правая трясется. Блин, темно, блин, капец, ничего не видно просто. Так, блин, я же, блин, опять же таки мог бы им гранату захреначить, они бы померли бы от нее бы. Так. О, патроны, отлично. F1. Чё, блин, где чё хреначит? Я не понимаю. Тут что ли? Фух. Ой. Как же напряжено. Да, тут что-то. Фига себе, это аномалия. Подожди. На какой-то же можно кнопку. Болт, да-да-да. Опа. Вот это да, блин. Ай-яй. Хреначит так. Болт, он, блин, болт-то не видно нифига. А, вот его видно. Вот он, на свету у меня в руке. Так, 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 так. Ладно. Пойдемте тогда тут. Тут безопаснее, я думаю, будет. Так, куда мы вообще идем? Где моя карта? На М. Так. Так, мы направились вообще в сторону агропрома. Нам нужно так тут спасти крота. Это что такое? Какие-то тайники. Завал. Рюкзак. Заначка под крестом. Так. Ладно. Так, у нас еще с вами есть 11 минут. Не так уж и много. Так. А нам нужно вот сюда, я так понимаю, украсть документы. Понятно. Так. Спасти крота. Нужно его, ему, так сказать, жопу прикрывать. Так. Так, 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 так. Ладно, ладно. Спокойно. Блин, не та кнопка, так. Возьми автомат и F1, вот, да. Я нажал просто на 1, а нужен был на F1. Так, тут ничего нет. Ух, нифига себе. Кто-то, да. Твою ж мать, откуда ты тут взялся, блин? Извиняюсь за выражение. Ну, меня зверь сейчас реально прям напугал. Так сильно. Это ж, блин, какой-то хоррор уже начался. Хочешь, блин, по пустому месту, никого не здесь нет, блин. Узкие места, и как кто-нибудь выскочит из внезапно, из ниоткуда. Так. Один человек остался. Так, и нам можно... Можно спуститься вниз, а можно вверх. А вверх это вдруг на другую локацию, да? Я так понимаю. Ни хрена себе, это что такое за место вообще? Спокойно, F1. Кислота, блин, какая-то.
Блин, вот не видно ни шиша. То есть бы можно было бы... Там кто-то идет спокойно. Если то есть бы можно было бы повысить... Да ты что, какой живучий, блин, с одной обоймой не умер. Так, спокойно, другой автомат. Отлично, вернуться за наградой. А, так это я от этих, что ли, его спасал? Так, ладно. F1. Чё за фигня? Так, ух ты ж, ё-моё, какой ты бензотаренный чувак. И гранатку мне оставил, молочек прям. F1, блин, спокойно, кто там стреляет еще? Один человек. Так, подожди, я назад пока отбегу. Блин, что так проседаешь-то? Да хорош. Тут как-то... Кто там, блин, ходит? Блин, там военные, что ли? Да вы чё, серьезно? Ловите, хавайте пули. Так. 8 минут. Блин, может, ну их нафиг, я уже... Там, кстати, тайник вообще есть. Я тебе сейчас стрельну, слышь? Так, 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 спокойно. Аккуратненько. А ты ж, тварь какая, попадает. Ты посмотри, так. Надо что-нибудь схавать. Пожалуй, вот так вот схаваю. Вот, нормально. Блин, аптечка. Блин, ну у меня же нет аптечек. Спокойно, за укры... Да ты... достал меня, козел. Я уже не могу над этими скотинами, они меня достали, блин, уже убивать. Из-за того, что меня убивает, мне приходится постоянно, блин, перезагружаться. То есть игру загружать по новой, и из-за этого у меня может слететь запись. Вот приходится ее останавливать. Вы, блин, ненавижу вас всех, сдохните. Надо им... Надо им попробовать с дробыша захреначить. Так. Спокойно. Блин, он где-то там. Получил, тварь, да? Да блин! Скотина живучая. Есть! 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 Вали, вали, вали! Да беги ты, пожалуйста, блин, беги! Беги! Ууу, есть, одного завалил. Как же напряжно, прям просто напряжно, я не могу. Так, F1. Скотина. Короче говоря, меня эти ублюдки просто задолбали, блин, вот задолбали. Ненавижу тебя, блин, тварь, какая ты проклятущая, ну-ка сдохни, блин, скотина. Из-за вас, блин, все, блин, по 100 раз, блин, уже.
Прикрой меня, прикрой! Ты рявил меня! Ну надо же! Вот так-то нахер! Бесьте вы меня, блин, не могу уже, блин! Мама, мама! Сучёныш! Я извиняюсь за выражение, если честно, ну блин... Ой, меня, короче, блин, я тут, блин, проорал, блин, пробегал, блин, уже знаете сколько, блин? Целых, наверное, 15 минут потратил на этих, блин, странных, блин, псов, блин, и умер, блин, наверное... Сколько вот раз? Вот умер, блин, наверное, раз 15-20. Охренеть просто, обосраться. Откуда их тут столько, блин, подобралось? Я вот, если честно, вообще не понимаю. Ладно, хоть я... Ой, ладно, все, успокоился я. Ну я, блин, столько, блин, раз про... Я ж, блин, заговариваюсь. Я столько раз пропсиховал просто. Это нереально просто, блин, вынос мозга какой-то. Короче говоря, тактика такая у меня была. Я... Вот. Воспользовался вот этим вот дробышом. Я... Короче говоря, к ним подходил в упор, выстреливал, они от этого ружья, конечно, не помирали, но пока они вот так вот приходили в себя после того, как только я в них стрелял, судя по всему, я же их просто ранил, вот они выходят из себя на какое-то, на какие-то секунды, и можно будет вот так вот схватить нож, как подбежать и дать им, и они с одного удара помирают. Вот так вот, собственно, я с ними промучился, блин, минут 15-20. Это вы не представляете, блин, какой вынос просто, ё-моё. Так, ну да ладно, блин. Опять у меня, блин, сегодня забомбило из-за этих вот странных, блин, псов. Ну а чё ж с этим ещё поделаешь, блин? Ничего не поделаешь. Ну вот видите, что происходит. Ладно. Давайте на этом, вот на этом проигрыше сегодня закончим. А то я уже не могу, вот их, блин, тут просто дохера просто. Реально. В общем-то, я, короче говоря, там сохранился, и ничего страшного, что я помер, блин. Да я и так, блин, здесь сегодня, блин, целых миллион раз аж помер. Ну да ладно, все, я на этом вот сейчас наушники уберу, чтобы мне не мешали. И на этом все, мы с вами закончим. Так, ладно. Что ж, дорогие друзья, большое спасибо вам за просмотр этого видеоролика. Я надеюсь, вам очень понравилось. Если понравилось, то поставьте лайки. Если хотите больше моих видео, то подписывайтесь на мой канал, заходите на него и смотрите с большим удовольствием. Также пишите комментарии к каждому видео. С вами был Алекс Джаггер, и всем пока. В следующей серии мы с вами, собственно, продолжим. Надеюсь, все будет без этих, без психозов, без вот этих вот странных, блин, военных. И, в общем-то, я сейчас немножко тяну это видео. Я думаю, она наберется, не знаю, там, сколько, блин, нарезок, блин, делать этих сраных по этому видео придется. Ну да ладно. Давайте на этом закончим. Все. Всем пока.